два молодых, очень перспективных спортсмена. Россия против Украины? Да. Багагаев выступает за Украину. Но вообще, как профессиональный спортсмен, он состоялся в Петербурге в клубе Red Devil. Он уже обладает титулом чемпиона мира? Да. В Сеуле он выиграл турнир, опять же, выступая за сборную Украины. Если можно так скаламбурить, типичный украинский хлопец. Вага. Багагаев. Ну, очень резко, очень качественно. Красиво зашел, молодец. Может быть, не совсем классический, но очень энергично, с мощью.